Полчаса назад закончился концерт лучшего французского композитора и исполнителя электронной музыки. Впервые в Петербурге на закрытой площадке на сцене БКЗ выступил легендарный Жан-Мишель Жарр. Маэстро сказал, что давно мечтал приехать в Петербург, и вот сегодня это желание сбылось. Петербуржцы услышали и увидели уникальную программу классика электронной музыки и автора эффектных световых шоу. Именно сегодня альбом «Oxygen» впервые целиком прозвучал за всю карьеру композитора. В зрительном зале, как и ожидалось, свободных мест не было. Билеты стоили от 600 рублей до 7500. Жарр провел десятки музыкально-световых шоу в разных точках планеты, неоднократно попадал в Книгу рекордов Гиннесса. В России Жан-Мишель Жарр выступает второй раз. В 1997 году по приглашению Юрия Лужкова он дал концерт в Москве на Воробьевых горах.